при поддержке Half-Life.su. Разум Шепарда. Эпизод 9. Я наконец преодолел баррикады, но эта гребаная дверь была закрыта. Просто хренотень какая-то. Да, вот это миссия так миссия. Согласен, я вообще думал, что мы сюда завал от землетрясения разбирать прилетели. Черт, еще одна турель! Вот дерьмо, кажется, я попал в газовый баллон рядом с ним. Он в порядке. О боже, опять! Разведкоманда, вперед! Разведкоманда? Не думаю, что тебя услышал, чувак. О боже мой, он повсюду. Отлично, еще мины. Гляню, как им понравится это. Надеюсь, парень, что там сидел, не был тоже жив. Иначе меня уже можно назвать серийным убийцей. Я никогда не ожидал, что убью человека. То есть это предполагалось, когда я пошел служить. Но оно всегда было таким... Капрал, что нахрен тут происходит? На брифинге нам никто не говорил о черных оперативниках. Но мы же все заодно, так? Так или нет? Я не знаю, какая у них миссия, но мы должны идти. Где-то здесь должен быть транспорт. Окей-доки. Сейчас ситуация довольно мерзкая. Не забываем переступать рельсы под напряжением. Тут кто-нибудь есть? Ау! Миссия стала намного привлекательней. Эй, могу ли я угостить двух прекрасных дам выпивкой? Эй, это всего лишь выпивка! Ладно, а сестра у тебя есть? Я только спросил! Ладно, в этот раз я никого не буду убивать. Вот, одна готова. Блин. Бонг. Видишь, рядовой, я попал ей в ногу. Это называется вежливость. Я только что прострелил ей колено, она даже не айкнула. Эти девки суровы. Так, тебе нравится спорт? Да ладно, я всего лишь пытался наладить разговор. Ох, чувак, что за нахрен ты наделал? По всему вокруг ее размазал. Эй, ты в порядке? Ну да, в порядке. Ладно, чувак, валим отсюда. Я сзади. Ладно, давай представим, что это эпизод CSI. Как мне заставить полицию думать, что я вообще никого не убивал? Так, оружие не мое, это уже хорошее начало. А, как же отпечатки? Так, мне надо найти место, где я могу избавиться от оружия, чтобы его не нашли. Это, возможно, единственный случай, когда токсичные отходы под напряжением были бы очень кстати. Наверное, для этого их тут и держат. Наверняка у них тут огромная емкость с отходами, куда они сбрасывают все доказательства своих черных делишек. Очистить зону! Тихо! Ты нашей смерти что ли хочешь? Так вот, может не будешь орать, пока я пытаюсь подкрадываться? Если хочешь что-то сказать, то используй жесты, идиот! Прямо между ног. Однако, и на девушках это работает тоже. Эй, это не зеркальце в твоем кармане, потому что ты только что... Прострелила мне коленку! Ау! Дрянь! Она лишь царапнула, но все равно... Ау! Так, я вижу, тебе нравится носить черную кожу, это круто. Ау! Один патрон, один троп! Даже договорить не дала. Эй, ты занята в субботу? Ау, понятно, суббота не катит. А что насчет воскресенья? Так, хватит, я тут кровью истекаю. Ну же, где аптечка? Эй, как там дела? Все чисто, сэр. Давай, давай.
О, ну какого черта? Ты сказал, что все чисто. Гадские черные оперативники. Одни ниндзя, блин. Это больно, сволочь. Ладно, думаю, этот М60 для меня. Так, хочешь поиграть в прятки, да? Тогда поиграем. Все верно, овца. Я просто коробка. Они ничего не подозревают. Умри! Ну, в общем, получилось. Не совсем бесшумный подход, конечно. Но вот дерьмо! Кстати, не лучшая идея ходить в черной одежде в хорошо освещенном помещении. Блин, а ну иди сюда! Хоть это и спецвойска, к этим ребятам несложно подобраться. Знаете, черная одежда на белой стене — это нифига не маскировка. Если хотите до меня добраться, то выключайте свет. Эй, может, когда это все закончится, сходим вместе на обед или еще куда-нибудь? Не уходи от темы! Как насчет кофе? Уже не важно, ты труп. Может мне сказать, что это была самооборона, и успокоиться уже наконец? Давай, гребаный выключатель. Ограниченный доступ? Очень хочется в это верить. Знаете, я очень стараюсь забыть о Фримене. Но никак не могу отделаться от чувства, что именно из-за него я тут. И если бы не он, я бы не попал во все это дерьмо. Так, я не хочу таскать повсюду эту гребаную штуку. Это, конечно, отличная пушка, но я не хочу таскать с собой лишние 15 килограммов. И это еще и без патронов. Ну что, как заставить ее ехать? Что делает эта кнопка? Упс, надо переключить на задний ход. Ух ты! Слишком быстро! Эта штука небезопасна. То есть, как ее остановить? Ох, аварийный тормоз. Ну что? Вперед! Эй, ты просеньорил поворот, сеньор поезд. Сдавай назад! А, так вот как она работает. Хорошо, снова вперед. Думаю, Индиана Джонс поступил бы так же. Вот дерьмо! Я не взял ни у одной номера.